Ребята, привет! Вам пишут ваш телеграм, но вы не получаете оповещения, то есть нет звукового сигнала, и вы не видите, пришло сообщение или не пришло. Что же делать в этой ситуации? Давайте разбираться. Итак, показываю, как это сделать в смартфоне Android. Вот иконка телеграма. Удерживаем пальцем на иконке, появляется всплывающее меню, и здесь выбираем «О приложении». Дальше переходим в «Разрешение приложений». И обратите внимание, у вас есть тут два раздела. «Разрешено», если опуститься чуть ниже, «Запрещено». Скорее всего, в разделе «Запрещено» у вас сейчас находится уведомление. Как их перенести в раздел «Запрещено»? Обязательно это сделайте. Итак, переходим. И вот здесь сверху активируем ползунок. Уведомления включены. Переходим назад. И обращаем внимание, видите, уведомления переместились теперь наверх, в раздел «Разрешено», вот здесь. Все, отлично. Теперь не помешает перезагрузить ваш смартфон и попросите друга отправить вам сообщение, и оповещение должно уже прийти. Ребята, с этой непонятной ситуацией в мире YouTube, возможно, скоро заблокируют, либо как-то его ограничат, поэтому сейчас все блогеры переходят в Яндекс.Дзен и в Рутуб. У меня там также есть каналы, переходите, подписывайтесь, чтобы не потерять со мной связь. Если у вас какой-то срочный вопрос, вы можете задать его через мою группу ВКонтакте. Вот нажмите кнопку сообщения и напишите его. Всем спасибо за просмотр, всем пока.